А тем временем у нас в гостях Руслан Гапуров. И Руслан сейчас расскажет, с какой продукцией он приехал на данную выставку. Ну, на данный момент компания «Самара Продукт» с 2015 года открыла новое направление, запустила цех снековой продукции, это сухарики и гренки, полного цикла производства заключено. Сейчас у нас настроена реализация на Поволжье, и планируем выход уже на российский рынок. Также сейчас себе позволяет обеспечить уже данной продукцией по России. Какие задачи перед собой ставите на данной выставке? Презентация своей продукции, знакомство. В первую очередь знакомство с потенциальными игроками данного региона Москвы, региона Южного, Федерального, всех, кто будет востребован наша продукция. А ваша продукция уже представлена где-нибудь, кроме Самарской области? Или только... Полностью мы покрываем уже Поволжье. Территорию, которая у нас обеспечена, это идет Саратовская, Ульяновская, Оренбургская, Пензенская области. Неплохо работаем с Ростовской, Краснодарским краем. Крайней точкой можно назвать это Астрахань и Волгоградская области. Вот. Хотели бы чуть-чуть севернее теперь подняться в сторону Кировской, в сторону Ленинградской и Московской областей. Сегодня уже идет второй день выставки, вчера был первый. Есть ли уже успехи какие-нибудь? На данный момент, да, уже познакомились более там 40 клиентов, скажем так, согласовали с ними дальнейшее сотрудничество, так что обрабатывать будем выставку уже после нее и отправлять коммерческие предложения. Руслан, спасибо вам огромное.